Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Зуба, с вами канал Дариди. Сегодня я хочу сделать открытие, а именно я хочу открыть золотой сундук, ребятки. А завтра я хочу открыть изумрудный ящик, да, ребятки? Точно изумрудный? Или легендарный ящик? Блин, ну если мы откроем легендарный ящик, то у меня больше не будет гемов на остальное. Лучше давайте два изумрудных, да, откроем. Ну а пока что золотой ящик откроем. А прежде чем откроем золотой ящик, давайте мы откроем простые. О, Оля, отлично. А, еще один. Ларри. Замечательно. Так, тут будет предмет какой-то. А, Брюса дали и какой-то предмет. Странно. Ну вот тут предмет должен быть, да? Нет, Шелли здесь. А нарисована шестеренка. Ладно, давайте пока что начнем разблокировать золотой. В следующей серии мы золотой тоже откроем. 300 монеток, я не знаю, не будем брать. Давайте уже откроем золотой ящик. Да, ребятки, посмотрим, что там выпадет. Я надеюсь, что там выпадет новый персонаж. Я очень сильно хочу, ребят. Блин. Открываем. Никса дали 14 никсов и 225 монет. Ладно, давайте откроем два. Давайте откроем два золотых ящика. Уговорили, ребят, уговорили. Ларри дали 14. Отлично. Ну, хотя бы Ларри сможем прокачать и поиграть Ларри. Замечательно. Прямо сейчас, наверное, возьмем Ларри. Оля, тоже поиграем. Ларри хорошо, что мы сейчас можем взять третий какой-нибудь перк. Урон плюс 842, здоровье плюс 611. Прокачиваем по 25. Уровень 7, 25 здоровья, 25 крона. Слушай, ну сейчас Ларри прям вообще будет имбовый. Что бы ему такое взять? Что бы ему взять-то такое? Ходить по воде, может быть, взять? А давайте новиночку возьмем. Ну-ка. Копье отбрасывает сильнее. А он копье не бросает? Расстояние 6,5. Ну, надо пробовать, ребят, надо пробовать. Так, Let's go. Все, выбираем его. Что у нас здесь такое? Тут новости можно почитать. Кстати, в Зубе же обновление вышло. Я совсем забыл сказать. Насчет предметов, ребятки. Новые предметы появились. А именно, зубы вампира появились. Вот информация, можно прочитать. Урон, который вы наносите, лечит вас. Прикольно. Здоровье, урон 25%. То есть я, допустим, 1000 нанесу, из них 25% я забираю здоровье. Я лечусь, вот это будет имбовый, я хочу. И также появилась кофе. Начните игру с бонусом 4К скорости, 65% скорости подбора. Настя, это как Никс, все будут быстро очень забирать. Те, кто долго забирает предметы, им, кстати, пригодится этот предмет. Ну что ж, давайте будем тестить уже. Также, ребят, что у нас еще? По-моему... Так, боевой пропуск, да, по-моему, у нас новый боевой пропуск. Но я не пользуюсь им. Это VIP-абонент. За VIP-абонент мы с вами получаем дополнительные ништяки. Ежедневные задания. Так. Бесплатно, кстати, не забывайте бесплатно забирать монетки. Каждый день заходите. Так, ну окей, ладно. Так, все, в бой, ребятки. Сегодня немножечко поиграем. Совсем чуть-чуть. Хочу Ларри поиграть. Ну-ка, он мне 7 уровень, сейчас будет хороший. Пока подбирай следующее, отлично. Так же далеко бежать не надо. А, кстати, довольно-таки большое расстояние, прикольно. Ну, копье так себе, зря я взял копье. Найс, слили, ребята, слили. Отлично, у меня косточка есть. Блин. Забираем лук. Да ё-моё. Отличненько. А давайте постоим, а у меня есть косточка. Немножко подхилимся. Замечательно. Косточка очень часто выручает и экономит хил, аптечку. Так, 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 уху-ху-ху-ху, куда? Разбежался-то. Ларри, мне кажется, нужно стелсом нападать, да?
Но когда они близко ко мне подходят, они обнаруживают меня. Так что в кустах нет смысла использовать стелс. Посмотрите, вы посмотрите на это. Уходим. Уходим, ребята. Так, ладно. А он с другой стороны выйдет. На, слили. Также копье отбрасывает других. Ой-ой-ой-ой-ой. Я боюсь, что меня сольют. Успели, успели, успели. Отличненько. Там кто-то есть? Слили, ребята, слили, отлично. Так, забираем. Где он? Так, пробили. Давай, давай, уходи, бомбис. Победил горилл, но я второе место занял, тоже нормально. Сложно против гориллы играть. Так, окей. Сколько я получаю? 4 звезды. Ладушки, шоколадушки. Плюс рейтинг у нас. У нас новый смайлик появился. Можем забрать, идем сюда, забираем. Блистательно. Проплывите 500 метров. Это... Подожди, а где эти задания-то? Проплыть 400 метров, 200 метров и что-то дадут мне. А, вот, ежедневные миссии. Нет, это не ежедневные миссии, награды. Ага-ага-ага. Доступ в свип. Ну, свипка, слушай, нормально такие награды. Тут золотой ящик. В конце изумрудный ящик дадут. Нифига себе. Но это в неделю дорого довольно-таки платить. Если бы за раз можно было, я еще не знаю. Ну, посмотрим. Так, окей, давайте выберем кого-нибудь другого. Давайте Брюс, я, в принципе, неплохо играю Брюсом. Вот, что ему взять? Нитрокопье, я думаю, ему не надо. Гранатку, я думаю, ему надо лучше взять. Гранатку, дробовик. Дробовик увеличивает скорость и дальность атаки. Вот это довольно-таки прикольно. Я думаю, будет ему... Ну и здоровье, все, погнали. Ребятки, у нас еще будет открытие. Хочу уже изумрудно открыть. Будет классно. Золотой, 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 нет. Какой же он медленный. Да, это было легко. Это было легче простого. Нифига себе у него расстояние. Офигеть. Он мощный, к нему лучше не подходить. Давайте аптеку лучше возьмем. Так. Ну, посмотрите, вы посмотрите на это. Так, сливаем. Он мне ничего не сделает. Все, ускакал. О, золотой, нифига себе. Так,
ты, это больно было. Так, идем, 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 идем. Смотрите, ускакал, ускакал. У него хил был. Так, давайте тоже подхилимся немножко. Все, чтобы до максимума. У него, конечно, вообще расстояние небольшое. Нужно подлавливать кого-нибудь. Искать их. Но без здоровья мне сейчас сложно будет. Мне нужно хилку найти. В срочном порядке искать хилку надо. Без хила сложно. Тут пройдемся. 4 звезды есть. Так, ну мы, наверное, на топ идем. А чё он так стал быстро сужаться? Вроде медленно, потом бац, скачком таким. Так, забираем, это нам пригодится. Так, пускай дерутся. Да, подхилимся. У меня же косточка есть. Так, тут пока постою. Надо оборону строить. Так, все отлично. Ха-ха-ха-ха-ха. Смотрите, смотрите, смотрите. Баба. Он уходит. Он просто слился. Тут понятно, что я победил. Не знал, что делать. Но это нереально было горилла победить. Он сильный. Я даже убивать не стал. Найс. Прикольно. Ладно, это просто злорадство было немножечко. Так, ну, бро, нормально ты держался. Ты все-таки второй. Я понимаю, что с гориллой сложно. Мне тоже с гориллой сложно сражаться. Окей. А раньше я не мог, недооценивал. Кто-то из них получит, да? Плюс 3. Прокачиваем, прокачиваем, отличненько. Доступно в 8 лиге. А вот это что такое? Как мы это получим? А, контент доступен, начиная с этой лиги. Утренний кофе. А, мы можем утренний кофе в этой лиге получить. О, прикольно. В этой лиге можно кофе уже получить. В 9 пока ничего, в 10 ничего. Добавляют вовремя, смотрите, вот в 8 лиге можно кофе получить. Именно вот, найс. Но я хочу не кофе, там что-то другое было. А где новый еще предмет? Где? Вот, вампирский. Начиная с 4 лиги можно вампирский выбить зубы. Ну это классно прям. И недавно добавили, по-моему, вот эту гранатку, да? Классно. Надеюсь, все-таки мне она выбьется. Так, отлично. Уже есть. Выиграю раунд с максимальным убийством. Я это сделал. 5 гемов и ключик. Заключи, потом получаем награды, вот, я так полагаю. Но в конце, если мы идеально все сделаем, мы получим такие изумрудный ящик, да? Но это сложно, это очень сложно, нифига себе. Сколько ключей мне надо? Это мне до 42 ключа, да? А в день сколько можно забирать ключей? По 3 ключа я могу в день забирать. То есть за 10 дней я 30 ключей заберу. И в чем прикол тогда, если я... За 10 дней получу 30 ключей. Где логика? То есть, дорогие разработчики, подождите. С випкой я могу по 4 ключа забирать. То есть, я смогу за 10 дней 40 набрать. Но без випки я смогу 30 ключей забрать. И смотрите, в чем заключается логика. Я думаю, это косяк разработчиков. Если нет, то поправьте, ребят. Смотрим награды. Нам надо 42 ключа по-любому.
То есть с випкой мы получим изумрудный ящик и изумрудный ящик. Тогда зачем его ставить внизу? Мол, ты сможешь взять этот изумрудный ящик. А на деле ты его не возьмешь, потому что ты максимум заработаешь, ну там 30 с чем-то, 33, допустим, или 36. 42 ты не заработаешь. Тогда вот этот изумрудный ящик надо вверх поставить, что только в випке. А тут ложное такое, как бы, ложная информация в том, что ты вроде можешь получить изумрудный ящик, да, предмета какого-нибудь топового, но по факту это же ты не получишь. Видите, допустим, 12 дней, да, а в день по 3 ключа это будет 36. Я даже не знаю. Но может быть сезон дольше длился. Сезон должен длиться, по идее. Так, 14 дней. Может быть, он 14? Если 14 дней он длился, да, тогда, в принципе, нормально. Но тогда тебе надо каждый день зарабатывать по 3 ключа. Каждый день играть. Ну окей, ладно, я понял. Ну, просто этот момент заметил. Давайте выберем Никса. Никс хороший. Сколько у него хп у Никса моего 10 уровня? Здоровье 5900, 6000 и 6000 урона. Так, из активных перков нитролук. А, копье же у меня есть. А, нет, нельзя использовать копье. Башмачки. Башмаки крутые, да? Легендарочка. Ладно, ну погнали. Погнали, ребят. Так. Возьмем. Отлично. Уже бронза идет. Посмотрите, что. Чем от меня надо? Смотри, что делает, гад. Стоим, ждем. Хорош, вот пристал, да, приставучий какой. Уходим. Давайте немножко постоим. Отлично. Забираем. Так. По-хорошему, мне нужна аптечка. Ой, уходим, Да смотри, что делает, Нет, пожалуйста, прошу тебя. Уходим. Он меня сейчас чуть не слил, офигеть. Вы посмотрите, что делает, О, я боюсь. Стоим. Пошел нафиг. О, ребят, уходим. Мне надо где-то отсидеться. Да боже мой, я не могу отсидеться, просто не могу отсидеться. Это хреново сейчас, конечно. Давай. Ну же. Хилься. Зона, повезло, что медленно сужается. Надо прям полностью восстановиться. Ну хотя бы так. У меня плохое, ребят, плохое оружие. Вообще я прям... Ужас, я с таким не выиграю. Боже, просто как можно дольше продержаться. Не налутался, видите, вот что плохо. Отлично. Так, ну хотя бы так уже. Давай, аптеку. Забирай. Все ништяки мои. Ждем. Надо отхилиться. Так, у меня лук есть. Где он? Там дробовик топовый. Он здесь по-любому сидит.
Уху! Ну это же Никс, боже мой. Как этот лисенок не займет первое место? Конечно же. Первое место, найс, ребят. Уу, смотрите, какой он шустрый. Крутой, крутой. Ну все, ну хватит. Ну прекрати. Ну успокойся уже. Боже мой, смотрите, какой неугомонный. Да хватит, ну молодец, молодец, занял первое место. Все, все, ну хватит. Ну прекрати уже, боже мой, все люди смотрят. А, в общем, таки спасибо за лайки, за комментарии. Не забывайте, что у меня есть канал The Alex Play, это мой второй канал. Набери на ютубе Alex Play по-русски, да, и ты найдешь мой канал. Он в топе 1 на ютубе. Там скоро выходит офигительная новиночка на эксклюзивчик на Sony PlayStation 4, ребятки. И только на канале Alex Play. Ты нафигеешь просто, какая же она крутая. Тебе понравится, 100% понравится. Так что жду тебя на канале Alex Play. Обязательно зайди. Фу, ну что ж, давайте заберем. Что там будет? Серебряный ящик, нормально. Может, новый предмет выпадет. Я хочу уже новый предмет. Когда же он мне выпадет? Забираем награду. Взят, взят, взят. Проплывите 200 метров. Блин, нужно просто поплавать. И дадут мне ключик. Так, открывать дорого стоит. Не, не будем мы проходить миссии. Випку хочу, было бы здорово. Вообще-то, спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии. Увидимся в новой серии. Всем пока-пока.